Осипович, Жлобин, Кричев, Могилев и Бобруйск. Более 500 юных спортсменов, 2 соревновательных дня и только одна попытка победить. Сегодня на базе спортивного комплекса «Лесной» стартовал открытый чемпионат города по плаванию. Столько гостей наш бассейн еще не видел. И это не может не радовать, хоть соревнования и детские, но конкуренция тут не ниже, чем на взрослых стартах. В конце декабря мы уже проводим традиционное первенство города Бобруйск. Это уже второе по плаванию среди юных спортсменов, то возраст 12-13 лет. Я считаю, что это очень хорошая мотивация для юных спортсменов. На примере Игоря Бокова попытаться доказать, что в спорте можно добиться многого. Мы не другие, мы особенные. Развитию паралимпийского движения в Бобруйске, как и во всей стране, уделяется огромное внимание. Поэтому и в открытом первенстве города участвуют мальчики и девочки с особенностями развития. И присутствие на первенстве многократного олимпийского чемпиона, нашего земляка Игоря Бокова, это хороший пример ребятам, что все возможно, нужно только усердно работать. Мне очень приятно участвовать в развитии плавания в Бобруйске, как бы с годами людей становится все больше, желающих. Я рад поспособствовать этому, кому-то помочь чем-то. Надо быть терпеливым, верить в себя, никогда не опускать руки и продолжать стремиться к своей мечте. Вот и юная спортсменка Ксения Орешко уже целый год плывет к своей мечте. Она по спортивным меркам совсем немного занимается плаванием, но уже успела заявить о себе на уровне республики, заняв там второе место. Плодотворные тренировки, огромное желание и достижение поставленных целей. Ксения знает, для чего пришла когда-то в бассейн. Плавание, я чувствую себя свободнее, комфортнее. Даже когда что-то болит, при плавании оно перестает болеть. Мне вот нравится. Я вижу соперника в каждом. Даже если он... Мне говорят, что ты лучше его, все равно я считаю его своим соперником. Поэтому я боюсь, но я надеюсь, что у меня все хорошо будет. И даже не результата ради. Ксения и еще несколько десятков ребят уже всем доказали, они могут все и даже больше. На протяжении 2 дней пловцы будут определять сильнейших в 4 видах программы. Но все-таки самое главное на этих стартах – это здоровье нашего подрастающего поколения. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.